Музыкальный фестиваль «Троица» проводится в поселке Володарского уже в четвертый раз. В предыдущие годы музыканты выступали в Никольском храме. А теперь песнопения в День Святой Троицы, одного из 12 главных церковных праздников, звучали на главной сцене поселка. Сегодня родилась церковь. Дух Святой сошел на апостолов. И мы сегодня, когда читали молитвы особые, которые читаются только в этот день, день Пятидесятницы, они коленопреклоненные еще называются молитвы, мы просим, чтобы Дух Святой сошел на всех христиан, сегодня живущих. Коллектив «Мои волны», где музыканты удачно миксуют баян, виолончели, укулеле, гитару. Группы «Талгат Фэмили», «Зеркало», «Кукушкин баритон» задали фестивалю высокую планку. Падая в траву, облака не знает больше, как меня зовут. Современные аранжировки и светлые тексты. Московская группа «Кукушкин баритон» славится своими авторскими песнями в стиле инди-рок с элементами кантри и джаза. По словам вокалистки коллектива Нины Резник, выступать на фестивале невероятно волнительно. Мы уже второй раз на этом фестивале. С большим удовольствием здесь выступаем. Здесь хороший звук и вообще очень отношение прекрасное к музыке, к тому, что она несет. Здесь отбор музыкантов происходит очень правильный. Ну, это я не для похвальбы, а к тому, что очень хорошая музыка, качественная. Поэтому очень приятно на сцене находиться именно с такими музыкантами и с такими организаторами иметь дело. И зрители отвечали артистам любовью, аплодисменты не смолкали, царила атмосфера радости и единения. Очень нравится, душевно, замечательно. Для деток интересно, сидит, замерла. Да, отличный праздник, отличная группа, атмосфера. Вообще все круто, супер. Шикарно, мне очень нравится. Открытый воздух, замечательные музыканты, прекрасные люди, организаторы. Я в восторге. Фестиваль планируется проводить на регулярной основе. Екатерина Коваленко, Кирилл Махров, Ольга Садовская. Видно ТВ.